Здрасте, мэм. Кто здесь? Я не узнаю ваш голос. Человек-паук. Я не знал. Альма, рада познакомиться. Слышала, вам нужна помощь? Да. У меня во дворе какое-то чудище. Я слышу, как оно по ночам скребется. Может, это бродячий пес или крыса? У меня аллергия. Пса я бы издали почуяла. А крысы не вырастают до таких размеров даже в Нью-Йорке. А кто-нибудь еще, кроме вас, это слышал? Член семьи, собака-поводырь. Я тут одна. Ни семьи, ни соседей, ни поводырей. Говорю же, аллергия. В общем, прогони его. Хорошо. Если что-нибудь найду, дам знать. Будь так добр, а то ремонт меня разорит. Я живу на одну пенсию. Они же ведь хрупкие. Не упади, малыш. Садовым скульптурам доверять нельзя. Они такое видели. Кто-то его повалил. Кто-то или что-то. Это не человек. О, фу. Проведем анализ на молекулярном уровне. Упс. Ладно. Нет, не то. Попробую еще раз. Посмотрим. Какой-то химикат. Куда он приведет? Из леса? А, тогда ничего хорошего не жди. Тропа обрывается здесь. Надо осмотреться.
Оно рвет на части машины? Класс. Это кровь? Или протечка? Может, слюни? Да. Этот след заметен даже издалека. Рвет машины, как тираннозавр, и прыгает, как тигр! Здорово! Вроде уже близко! Такое чувство, что эта тварь повсюду! Куда она идет? Ого! Может, Ганке знает, что с этим делать? Алло? Эй, Ганке! Чудовище в Куинсе — это зверь охотников. Но он не нападает. Пока. О! Зверь охотников? Попробуем его взломать. Вдруг получим данные. Это из него стрела торчит? Спокойно. Больно не будет. Наверное, все-таки ты машина. Ганке! Помоги! Ага! Сейчас! Желательно быстрее! Есть! Что ты сделал? Ну, я от отчаяния залил 10 миллионов рандомных видео с песиками. Базу распознавания образов. Ну ничего себе! Так, что нам с ней делать? Она опасна? Поиграй с ним. Сюда, малыш! Хочешь бочки? Поиграем? Да, аборт! Хороший мальчик! А пока он занят, я залезу в его память. Блин. Логи в жутком состоянии. Это стрела охотников. Зачем стрелять по своим? Тренироваться? Узнаем. Так. Как тебя звать? Обозначение Ш, 4Р и К. Шарик! Да. Я ожидал убийца или страх. Фида явно лучше. А этот лог лежит в кэше сервера. Сунуться, что ли? Насколько ты уверен в своем антивирусе? Достаточно, чтобы загрузить эту аудиозапись. Прочь ты, ржавая рухлядь! Она предала Крейвена! Это ты, предатель! Я делала свою работу! Кусок мусора! А ну, вернись! Ганке! Наверное, отследили доступ к журналу! Тихо, Фидо! Место! Пожалуйста! Фидо! К ноге! Ганке! У него есть тормоз! Не могу перейти на ручное управление! Всегда мечтал это сказать. Сделай что-нибудь! Он чем-то напуган! Судя по поведению, да. Думаешь, на записи был он? Это его последние воспоминания. Вот дрянь. Владелец его и застрелил. И пытался скрыть убийство. Фидо, стой! Кусняшку хочешь? Нет, не в церковь! Вот ты где. Ко мне? Надо было взорвать тебя к чертям разрывным болтом. Ко мне! Ты не должен попасть в руки врага. Даже если ты бракованный кусок мусора. Так это ты пытался убить Фидо? Ты что творишь?
Не трогайте Фидо! Он больше не ваш! Он атакует арбалетчика! Фидо! Вас! Кажется, всех уложил. Фидо! Все хорошо. Он тебе не навредит. Теперь вытащим стрелу. Вроде бы не глубоко вошла. Сейчас. Молодец. Это точно не опасно? Эй, если миллион видосов про собак не сделает тебя хорошим мальчиком, то мы все обречены. Ты ведь хороший мальчик. Кто хороший мальчик? Но на всякий случай давай-ка я сотру ему память. Все, кроме видосов. И тебя. Хорошая мысль. Мы разобрались с вашей проблемой. Человек-паук? Погоди, мы? Я и вот этот хороший мальчик. О, нет, аллергия! Не бойтесь, вы ведь не можете позволить себе поводыря. Так я нашел замену. Это пес, вроде как. Только из металла. Как раз для аллергиков. И у него в памяти несколько сотен роликов про собак-поводырей. Правда? Я мечтала о таком помощнике. Можно обучить его в центре и официально зарегистрировать. Ты так мне помог. Спасибо, Человек-паук. Адьос.